Сыктывкарский водоканал большую часть прибыли за прошлый год вложит в реконструкцию и замену ветхих сетей. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в мэрии. Дополнительные средства позволяют ежегодно и чуть ли не в два раза перевыполнять план ремонта. Всего в столице Коми в перспективе предстоит заменить более 48 километров сетей водоснабжения и 100 километров канализации. Увеличение объемов замены сетей наблюдается на протяжении последних лет, и общество не планирует снижение темпов по замене таких сетей в ближайшие годы. На 2023 год по водопроводу запланирована замена около 8000 погонных метров, по канализации чуть больше 4 600 км. При замене, реконструкции и ремонте водоканал используют трубы из современных материалов, что в разы увеличивает срок их эксплуатации и снижает аварийность. 58% всех сыктывкарских сетей полимерные. Первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можигов в целом положительно оценил деятельность водоканала и пообещал поддержку предприятию. Мы рассматривали результаты итогов деятельности водоканала за 2022 год. На совете директоров было принято решение оставить большую часть прибыли предприятия в распоряжении предприятия и для усиления ремонтных работ. Мы такие решения принимали и в прошлом, и в позапрошлом году. На пресс-конференции, среди прочих, затронули тему обслуживания и реконструкции ливневых канализаций. Ранее мэр Сыктывкара Владимир Голдин отреагировал на сигналы горожан о потопах на улицах и поручил коммунальным службам оперативно отрабатывать информацию и как минимум прочищать ливневки от засоров. Ливневая канализация в пределах города находится в рабочем состоянии. Есть у нас сложные места, это обычно нижняя часть города или низинки улиц, где за счет того, что проходят проливные дожди, он сбивает ветки с крон деревьев, а также несет за собой основной мусор, тем самым забивая приемочные люки дождеприемников. Но у нас работает оперативная бригада, она выезжает, делает необходимые мероприятия. То есть по истечению времени так или иначе вся вода с дорожного полотна уходит.